идеальный разлом. Но можно было лучше. Нас пропускали. Блядь. Эх, ну ничего. Не так круто. И так тоже круто было. Все-таки, да? Заценит тот, кто нас и пропускал. Шесть е, дольше держать просто надо. Ветром сдувая, правда. Это крутое ощущение. Это, сука, лучший прикол. Я еще доволен, то, что ветровичок такой поставил. Блядь, это пиздец. Это лють просто. Лють. А что это мы нарушаем, бля? Что это мы нарушаем? На зебре стоим. А ну-ка быстро документики сюда, бля. Вы тут не видели пидораса на зеленом мопеде, блядь? Съебаться, блядь. Сука. Я говорю, пидораса на зеленом мопеде, а не мопед зеленый, пидорас. Ах ты, сука. Сюда иди, блядь. Сюда, сука. Thank you.
По-любому подумаешь, а вот там ад, блядь, и что там. Ну вот и все, дружок, приехал, блядь! Приехал, сука! Не видели тут никаких лихачей на мопедах? Ищу лихачей на мопедах, блядь. Где они, блядь? Где они вообще находятся, блядь? Что за дела, блядь? Вот засада, блядь. Ты представляешь? И прикольная погоня будет, да, друг за другом, блядь. Ваши документы. Почему это вы паркуетесь тут в запрещенных местах? Че ты? Привет. Мы вас пропускаем, вы ж на зебре. У нас ночью хтось в комендантську годину ходить. Хто це в нас тут в комендантську годину лазе? А? Ти чого лазиш в комендантську годину? Не кричи. Чому, я спрашиваю, ти такий? Поліз. Із поліз. Хоча у нас 12 комендантська. Все, пока. Пока. Покакаешь дома. А что это мы тут сидим, нарушаем, блядь? А? Что мы нарушаем тут, блядь, сидим, дрочим, блядь? Так иди помоги. Не, я могу присоединиться, подрочить сам себе тут. Не, можешь. Не, не. А от того. Слабо. Слабо. Пес, тикай. Тикай, пес. Ваши права и документы! Привет! Бля, я сейчас погонял бы, сука. Да. А я думала, не так все поеду и хотела тебе много сил. На зеленом пути с какой скоростью ездят, дружище? Слушай, а ну, не надо стукать вот это по шлему, пожалуйста. Ты, наверное, обознался или что? Нет, абсолютно не обознался. А что ты себя так ведешь? А что ты себя так ведешь? С какой скоростью? А что ты себя так ведешь? Потому что вы нарушаете правила дорожного движения. Мы никому не создали ничего. Скажите, будь ласка, в населенном пункте с какой скоростью движется? В населенном пункте 40 км в час. Замечательно. Вы сейчас с какой скоростью проехали? Столько же и ехали. Даже меньше. 37. Даже нет, меньше. Гораздо больше. Нет, 37 ехали.
Это первое, второе. Ага. Оно. Что? Да. Рассказываю. Во дворах. Ну. 5, ну, максимум. 5 километров, 10. Да. Так, иди да. Посреди дорожки, мы не делать. Побибикать, блядь, посреди ночи. Не, ну побибикать, проехать 5 километров, ну не с такой ну, скоростью. Ну так выйди, да, побей, блядь, и ДТ нахуй посреди дороги. Во-первых, я не шел, я сидел. А, ну там кто-то и шел, я объехал. Ага. Пожалуйста, дальше. На первый раз предупреждаю, господа. Серьезно? Да, серьезно. А вот это что такое было, вот это, по шлему, а? Ты что ко мне руки протягиваешь? Мы же с тобой друзья, братья, сваты. Нет, или абсолютно. Что? Ну, а в чем а дело? А вы другого не заслуживаете, молодой человек. Серьезно? Серьезно. А что ж такое? Это на будущее. А что ж такое? Нет, ничего. Ничего? Нет. А что ж такое тогда? В чем причина? Чем я дорогу перешел? Вы дорогу не перешли, еще о. Раз говорю, здесь дети ходят. Есть понятие просто подойти по-нормальному. Я понимаю, что ты подвыпил, сейчас тебе весело, нет, прикольно. Нет, в этом, не весело, не надо прикольно. Вежливо общаться. И вам вежливо отвечают, скажут хорошо. Я вам могу к вам вежливо подойти, вот. Пожать вам руку. Вот. Когда вы абсолютно спокойно проезжайте по населенному пункту. В любом случае, мы никого не задавили, не создали. Всегда есть диалог. А, вы ждете, когда вы будете задавать? Нет, это вы, наверное, ждете. Господа. Есть понятие нормально подходить. Не надо себя вот так вот вести, как было изначально. Мы же нормально общаемся? Абсолютно вот нормально. Вот так вот и надо. Мы тем более живем в одном селе. В одном по-перше, селе. По-перше, це не село. Це село Щите. Давай будем судить а, так. Для вас село? Конечно, це село, а що ж це ще? Для мене це ПГТ. Ну хай буде ПГТ, не важно. Но тут я, люди як село, як в селі. Може, я лично живу в селі, в частном секторі, село. Суть не в этом, надо просто нормально общаться. Снова, если вы думаете, что это последний раз мы общаемся крайне, ну вы ошибаетесь. Смотрите, надо нормально общаться изначально. Доброго вечера вам, але ж такого не робіть, будь ласка. Ну то без питань, без питань. Good. Ну что, друзья? Вот такой вот у нас контент, в принципе, получился. Интересный, да? Как всегда, какой-то конфликт разбавляет обстановочку. Ну, в принципе, на этом и все. Ну, так вот. От вас, конечно же, как всегда, активность. Подписочка, лайк, комментарий. Как же ж без этого? А если вы не здесь, то вы нигде.